Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре мой EDC-набор на ключах. Либо набор на каждый день, то, что я с собой ношу. Мы имеем набор, который разделен на две части. Первое – это сам EDC-набор, второе – это ключи. Разделен он вот таким вот интересным брелочком, который отстегивается за одно касание. Вот так вот нажали кнопку, отстегнули. Здесь есть у нас такие вот шарики, которые как бы заходят в свои пазы, да? Застегнули, закрыли, все. Оно металлическое, срезать его нереально. Разве что вытащить могут, срезать никак. Что мы имеем на одной из частей набора? Это три ключа, один из которых довольно интересный. Когда-то я уже задавал вопрос вам, от чего этот ключ может быть. И снял же на него ответ, поэтому кто смотрел невнимательно, думайте дальше. Кто смотрел канал внимательно, ищите ответ в том моем давнешнем уже видео. Ключик очень интересный. И то, что вы подумали на первый взгляд, это совершенно не так. Он не от вагонов, он не от туалета, он там не от ящика высоковольтных там, передач, проводов, да. Он совершенно другой, интересной очень системы. Что имеем мы на второй половинке, тут где у нас EDC-набор? Мы имеем фонарик тип SE, бренда Nightcore. Обалденная штука, у меня есть первый тип и есть уже второй тип. Самое главное отличие — это зарядка. Здесь уже Type-C, там на старый micro-USB. Здесь зарядка, конечно, уже более универсальная. Есть два мощных светодиода, которые развивают световой поток в 700 люмен, при этом валят на 90 метров. Ребята, на 90 метров валит вот этот вот малыш. Как вам, да? По-моему, так ничего. Влагозащита IP54. Материал исполнения авиационный алюминий, точно так же, как в больших тактических фонарях. А ударопрочность падения с 1 метра. Что еще нужно? Есть клипса, то есть можно носить за поясом, за ремнем, на полстропе, можно носить на ключах. Управление довольно простое. Активация, переключение режима. Зажимаем переднюю кнопку, включается турборежим и валит на 90 метров. Внутри встроен аккумулятор на 500 мАч, благодаря которому фонарь может работать без перерыва 50 часов на минимальном режиме. Вот на таком вот. В принципе, этого режима вполне достаточно, чтобы все было видно, там где-то подсветить, там, допустим, замочную скважину, где-то на лестнице. Вполне себе неплохо он светит. Ну и следующий режим тоже, конечно. То есть такого режима, в принципе, одного мне бы уже хватило, но здесь их 4. При этом весит фонарик, ну, примерно, пускай будет 30 грамм. Далее идет бокс для таблеток, то есть небольшая аптечка металлическая, да, неубиваемая, водонепроницаемая. У меня здесь в основном обезболивающие таблетки. Зажигалочка дельфинчик, бензиновая, универсальная, как бы резервная, да. И EDC-ножик Nightcore NTK-07. Ножик исполнен полностью с ног до головы из титана, конечно же, кроме лезвия. Лезвие здесь стальное. Имеем вот такую вот накладочку, чехольчик, который открывается за специальный рычажок. Так вот нажали, под пальцевая насечка у нас для удобства. Открыли. Здесь у нас стоит сменное лезвие от скальпеля номер 11. Как она работает? Все. Толстенный картон у нас открыт. Что еще нужно для EDC использования? Закрывается ножик точно так же просто. Берем, заводим и защелкиваем. Все. Держится очень крепко. То есть порезаться им нереально. Все очень безопасно, прочно и надежно. Так это все дело красиво выглядит. Есть даже клипса. То есть можно носить как ручку на кармане в летной тенниске. Потому что, честно, почему я пользуюсь таким ножом? Летом у меня легкие шорты, без карманов, спортивные. Нож просто бывает, если сумку не берешь, негде носить. А такая вот штука на ключах очень сильно выручает. Предлагаю провести эксперимент. Ключик 28,4 грамма. Да? Теперь 11 грамм ровно. Так что, ребята, реально практичная, удобная, легкая, я бы сказал, даже невесомая и очень полезная штука. Так что такой вот у меня интересный набор. Всем рекомендую носить что-то подобное у себя на ключах. На этом всего доброго. До свидания. До скорых встреч.